Здравствуйте, Александр. Это видео про ваш одуванчик, наклеенный на ваш байонет. Все наклеено. Как вы, наверное, уже читали в описании одуванчика, во время съемки диафрагма не меняется. В принципе, в этом нет необходимости, поскольку Canon рассчитывает экспозицию по реальному потоку света. Задержка входа в режим программирования сейчас 1 секунда, поэтому при перепрограммировании, когда вы будете делать юстировку, нужно выставить всего 1 секунду. Сейчас я упакую ваш байонет. И отправлю вам. Спасибо за внимание.